Давным-давно, друзья, когда еще люди отапливали свое жилище печками-буржуйками, были люди, которые производили печки-буржуйки. Вот, в частности, дом, который вы видите, принадлежал человеку, владельцу предприятия по производству печек-буржуек. Ну, а время шло, печки кончились, буржуй перестал производить буржуйки. Мы сейчас посмотрим на этот домик немножко со стороны. Что буржуй буржуек не производит, а что? Компания была, называлась «Круглый дуб», «Round Oak», и они делали буржуйки на угле или на дровах. Так. И вот хозяин построил себе в 1860 году вот это здание, так. Домину. Там, по-моему, 15 спален, что-то в этом духе. Сейчас это превратили в квартиру. А зачем ему 15 спален? Вот. Может, не семья большая была. И вот. Я вот рассказывал Светлане, видите, когда у них проходили там всякие гулянки, да, да, свадьбы, приходили местное население, садилось на забор и наблюдали. Да. Хозяину это надоело, и он взял и поставил зубья, чтобы они не сидели. Не сидели. Да. Ну да. Кирпичная крыша, такое в Мичигане необычно. Ага. Здесь ну, вот люди подъезжали на лошадях, и вот, чтобы зайти в дом, когда дождь идет. Так, а сейчас тут что, просто квартиры? Да. Его пытались продать там, по-моему, за 1,5 миллиона, в итоге пытались продать за 500 тысяч долларов, и так и не продали. Вот. Ну и кому же он принадлежит в итоге? Кто-то его купил, вот переоборудовал. Дают в аренду, да. Жалко, конечно. Вот такие, друзья, апартмент-комплексы нынче. Конечно, мы снизу смотрим. Это не то же самое, что сверху на него посмотреть или там как-то на с правильной высоты. Так, тут Сергей рассказывает, а я убежал. Сейчас я подойду поближе. Что там, говорите? Здесь вот его перестроили, но это был дом, в котором были конюшня была. Конюшня были. А сейчас там тоже где-то 5 квартир находится. Да, друзья, у богатого хозяина-то конюшни живут. Люди. Да. Да, лошади лучше ну, присмотрены. Какая труба, смотрите, да. Да. Чем в другом месте люди. Да, труба хорошая. Ну что, пойдем дальше обходим, да? А там еще цокольный этаж есть, такое ощущение. Там есть какой-то подвал, где раньше отопление стояло, это большой там бойлер, да, тут, да. На угле. Ага, травку косят. Вот, друзья, американские трактористы-то. Простые девушки. Нас с вами приветствуют. Она не столько травку, она листики подбирает. Да. Да, друзья, вот богатый человек построил себе дом среди простых людей. Видите, тут живут простые американцы. А он себе тут свой дворец жахнул. Построил бы на озере где-нибудь, он бы и сейчас задорого продавался. Но, видимо, не думал об этом. И... конечно, когда все у тебя цветет и пахнет. Может быть, у него на озере отдельно был. Так, будем надеяться, что человек не совсем уж прям так остался без копеечки. А участок большой, смотрите. Вон куда там уходит. Вдаль. Вот вы видите, трактор тут гуляет. По всему хозяйству. Там далеко до того забора, видите? Очень серьезного размера участок, конечно, очень. И вот трактор листочки подбирает, как может. Это такой участок,